Лавры победителям, обладателей Кубка Казахстана по хоккею, чествовали в Управлении физической культуры и спорта Карагандинской области. Встреча прошла в неформальной обстановке с соблюдением всех санитарных норм. А за происходящим наблюдал Бекижан Ардакова. Директор хоккейного клуба «Сарыарка», главный тренер, капитан команды и два лучших игрока турнира побывали на встрече с руководителем Управления физической культуры и спорта Карагандинской области. Диалог начался с поздравительных слов Темирхана Аблаева. Я знаю, что эта победа вам далась нелегко, но вы молодцы, еще раз доказали, что вы сильнейшие всех команды. Это, конечно, отличный показатель, поэтому я вас еще раз поздравляю с победой. Но, конечно, здесь огромная заслуга руководства клуба, тренерского состава и, конечно, самих же хоккеистов, да? В целом, во время встречи обсуждались все главные вопросы и цели клуба на остаток сезона. Как и ожидалось, задачи как и ставились, так и будут ставиться только максимальные. Это завоевание всех возможных трофеев. Первые шаги в этом плане уже сделаны. Карагандинская ледовая дружина впервые в своей истории стала обладателем Кубка Казахстана по хоккею. Главный тренер «Орлов» Евгений Королев рассказал о турнирном пути команды. Задачи, конечно же, стояли самые высокие. Это выиграть кубок. У организации «Сарыарки» других задач и не может быть. Поэтому нам это удалось сделать благодаря ребятам, самоотдаче, концентрации. Конечно же, там были некоторые проблемки у нас. Некоторые игры плохо начинали, где-то проседали. Но, тем не менее, собрались и выдали хороший результат. На пути к кубку проходных игр не было. Команды на каждый матч выходили как на последний. Так как «Сарыарка» была одним из фаворитов, к ним соперники, возможно, и готовились по-особому. Некоторые из них даже поддались эмоциям и покинули турнир. Что же думает об этом директор клуба Павел Житков? Это «Сарыарка», как бы, также и «Торпеда», я думаю. Ну, к нам пристальное внимание. Если какая-то судейская ошибка, все думают, что нас как-то там за уши тянут. Но я еще раз повторюсь, хоккейный клуб «Сарыарка» не нужны судьи, чтобы выигрывать игры. У нас достаточно серьезный клуб, серьезный подбор игроков. Как бы мы анализируем все постоянно, тренерский штаб. И чтобы нам помогать, ну, этого, как бы, про это вообще даже слышать неприятно, если честно. Также стоит отметить, что ряд игроков Карагандинской ледовой дружины были вызваны в сборную Казахстана на предстоящий турнир, который пройдет с 10 по 13 февраля в столице нашей страны. Среди вызванных игроков Александр Борисевич, Владислав Никулин, Никита Бояркин, Михаил Рахманов и Александр Писарев. Пожелаем хороших игр нашим «Орлам». А встреча, которая прошла во Дворце спорта имени Нуркена Абдирова, завершилась вручением благодарственных писем от лица Управления физической культуры и спорта Карагандинской области. Бекижан Ардагулы, Шалхар Алтынбеков, Николай Шевелев, «Пятый канал».